Творчество Рафаэла Санти при создании рисунков было наиболее спонтанным. Глядя на его рисунки, зритель знакомится с языком рисования великого мастера, который помог ему достичь тонкой эмоциональности своих персонажей. Эти рисунки позволяют увидеть работы мастера эпохи Возрождения в новом свете. Создаются наиболее простые непосредственные отношения между зрителем и шедевром эпохи Возрождения. Рисунки позволяют проникнуть внутрь творческого процесса Рафаэля с точки зрения моментов времени, когда художник пытается найти образ, потенциал для будущей картины. Его рисунки – это его красноречие, и красноречивы они в двух смыслах – в риторическом и как показатель физического действия со стороны художника, скорости, давления его руки. Иногда предварительные, иногда невероятно уверенные линии. Удивительно разбираться в динамике художника. Интересно наблюдать за тем, что получается, когда к мастеру приходит вдохновение, когда его рисунок – это бесконечное творчество. Исследуя наброски Рафаэля, замечено, насколько значимо они отличаются от продуманной завершенной картины. Рафаэль неустанно пытался найти самые выразительные формы. Это означает то, что он готов перенять образы от других художников. Напряжение – это то, что ему нравилось в искусстве Леонардо, ощущение скрытой эмоции, которая только должна произойти. Рафаэлю также присуще чувство юмора. Иногда он берет идею и переосмысливает ее в другом жанре. Например, он взял трагический образ «Перенос Христа» и попытался сделать это комично. «Мадонна с младенцем» – один из основных мотивов итальянских художников. Рафаэль изображал его во многих вариациях, как если бы он бросал вызов самому себе.
на картине «Голова музы». Кстати, она была продана с аукциона в 2009 году за 29 миллионов фунтов стерлингов. На этой картине можно заметить, что лицо выполнено более мягкими линиями, что довольно резко контрастирует с резкими и отрывистыми движениями карандаша вокруг плеч. Thank you.